Ярко-красные, с белыми вставками. Такие троллейбусы скоро будут курсировать по дорогам Балаково. Сборщики говорят, цвет уникальный. Обычно в города Саратовской области заказывают синие, как напоминание о главном символе региона – Волге. На балаковских троллейбусах великая река в виде волн по периметру окон. На Энгельском заводе сейчас одновременно проводят сборку всех единиц техники, которые предназначены для нашего города. Весь цикл от каркаса до готового троллейбуса – 1,5 месяца. Вот здесь прошло остекление, машину ставят на мосты, потом устанавливается электрооборудование, опускаются жгуты и монтируется салон. Эти троллейбусы смогут на автономном ходу проделать 20 километров, поэтому их в Балакове пустят по новому маршруту – через Мост Победы и по улице Ленина. Машины будут закрепляться за конкретными водителями, и эти водители конкретно будут обучены. То есть так, чтобы вот прыгают, скачут по машинам, такого нет. Эти машины пойдут по новому маршруту, а на маршрутах на старых мы пока предполагаем, что это будет 6-й, 2-й маршрут и 4-й маршрут. Там останутся старая техника. Ну, там, где не требуется автономный ход. На маршрут новые троллейбусы выйдут, когда прибудет вся партия. Однако уже в ближайшие дни, когда в наш город приедет первый адмирал, специалисты проедут по маршруту и определят проблемные точки. Одна задача под эти адмиралы – подготовить всю инфраструктуру, остановочные павильоны, карманы заездные. Мы максимально сделаем именно под этот транспорт. Подзарядка у новых троллейбусов проводится прямо во время езды от контактной сети. В салоне информационное табло, кондиционер, система для оплаты картами, места для колясок и лиц с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что техника и так низкопольная, здесь также предусмотрена выдвижная аппарель для того, чтобы в салон смогли заехать инвалидные коляски. Комфортные условия созданы для водителей. В кабине современная электроника, легкая в управлении. Первые 2 года, когда действует гарантия, обслуживать оборудование будут специалисты с завода. В городах, где мы поставляем определенное количество, более 10, мы там организуем сервисное обслуживание, либо там создаются обособленные подразделения, либо мы там организуем и набираем специалистов, которые в период гарантийного срока обслуживают машины. Гарантия на троллейбус составляет 2 года. При этом кузов должен прослужить 10 лет, а аккумуляторная батарея 7 лет при правильном использовании. Сейчас водители, которые будут работать на новых троллейбусах, начали проходить обучение. Осенью, когда прибудет вся партия электрического транспорта, балаковцы смогут добираться на нем из новых районов в островную часть города через новый мост.